Всем доброе утро! Я только что, не только что, полчаса назад проснулась, да. Уже успела покушать, и не обращайте на вот это и вот это, потому что тут, похоже, мне будет ячмень. Полина накупалась, называется, и нанырялась. Вот, сегодня я вам решила снять влог, потому что сегодня последний день мы на море. То есть сегодня ночью у нас поезд, у нас он без 10:10 вечера. У нас поезд. Вот, мы тут потихоньку уже начинаем собираться. Мама сейчас будет идти на пляж уже, она уже собралась, сейчас будет идти на пляж. А вот мы с бабушкой тут будем. А потом вечером мы пойдем с мамой и с бабушкой уже на пляж. Я не пошла, так как все знают, что я приболела очень, да. Поэтому я не ходила на пляж уже 2 дня. Вот. Да. Короче, собираемся мы сейчас. И так подумала, что причесываться я не буду, так как я сейчас буду идти в душ, потому что очень жарко. Я пойду чуть-чуть охлажусь, я не знаю, как говорить. Вот, и да, и в зеркале. Здравствуйте. Привет. Тут наши сумки, мы уже собираемся, прошел где-то час, короче. Вот, тут такое вот все. Короче, мини-обзор такой вот, шкаф, там мусорка. Ой, я ходила. И ванная. Я уже покупала, сделала какую-то такую фигню непонятную вообще. Вот, я покупалась, переоделась в такое пляжное платье. Хотя я в пляж, на пляж не собираюсь, но просто одела. Сейчас уже обед, я буду кушать. Я делала такие вот сережки, сейчас их, наверное, не видно. Да, не видно. Короче, которые сейчас в моде, я их купила тут, на море. Такие вот. Это мои самые первые сережки. Я имею в виду самые первые сережки вот такого вот плана. Такие сейчас модные. И, короче, их купила. Сейчас иду кушать. Я уже говорила, да. Ну, короче, сейчас серьезно я иду кушать. Я сейчас одену свой купальник, и мы будем уже идти на пляж. Так вот, купальничек. Ребята, я вам хотела сказать то, что этот влог выйдет на 2 части. Вторую часть я хочу снять в поезде. Мне кажется, это будет интересно, то есть сегодня в одном влоге будет 2 влога, то есть тот, который я снимаю еще на море, тот, когда я еду домой и в поезде. Я думаю, вам так будет интереснее. В общем, всем спасибо за просмотр этого влога, и всех люблю, обнимаю, и пока-пока.